зеленый свет. Выдвигаемся. Вас понял. Так точно, выдвигаемся. Вперед! Независимо от того, как будет выглядеть враг, больше похожим на монстра или человека, устраните его с чрезвычайной осторожностью. Так точно, капитан. Вас понял. Не нравится мне это все. Тут явно была заварушка. Да, есть такое. Эй, Логан, что там происходит? Вы нашли команду? Скорее то, что от нее осталось. Всего один выживший. Похоже, что другие были съедены. Постой, я хочу кое-что проверить. Отпусти его! Уродливое чудовище! Цель обнаружена! Открыть огонь! Стреляйте, стреляйте! Не подходи ко мне! Не подходи! Сержант, сюда! Не может быть! Это просто нереально! Шевелись! Спасите меня! Это просто безумие! Навалитесь на него! Не смейте отступать! Вперед! Пошли, пошли, пошли! Давай, мы уже совсем близко! Вижу цель! Вижу цель! Устраните его! Давай собьем его! Твою ж, это было близко! Фух, чуть было не попали. Серьезная была заварушка. Упал как камень. Сэмюэл, это Такер. Доложи полковнику, что цель уничтожена. Элемент неожиданности не на нашей стороне, ребят. Будьте начеку. Вас понял. Будьте осторожны. Пошли. Подтвердите статус цели. Ты только посмотри на размер этого монстра. А сфоткайте-ка меня с этой флагой. Сэр. Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Берегись! Оно позади нас! Скинь обратно вам! Открыть огонь! Стреляйте по этой твари! Давай, шевелись! Убейте его! Боже, нам нужно сваливать отсюда! Он взбесился! Да сдохни ты уже, наконец! Я прикончу тебя! Вперед, вперед! Держимся вместе!
Господи, это было просто безумие. Да уж, полный трэш. Он сдох. Я думаю, точно сдох. Подтверждаю. Цель уничтожена. Сообщите состояние отряда, а затем зачистите все там. Ситуация разрешена, но есть потери. Эти уродливые твари начинают поистине меня бесить. Ну вот и все. Этот кошмар наконец-то закончился. Зачем ты из себя строил крутого? На твоем месте должна быть я. Я позабочусь о том, чтобы твои вещи доставили домой. Отряд красных, выдвигайтесь на нашу позицию. Высылаем вам новый маршрут. Вас поняли. Выдвигаемся. Где? Где я? Что это было? Что? Что происходит? Почему я не могу пошевелиться? О, нет. Нет, нет, нет. Быть этого не может. Он и меня превратил в одну из своих марионеток. Да, теперь я начинаю вспоминать всю ту боль и страдания, что я причинила другим. И вам... Пожалуйста, простите меня. Я, правда, не хотела ничего такого. Я просто хотела отомстить за своих близких, которых он отнял у меня. Но в итоге меня постигла та же участь, что и их. Это сущность. Оно сделало нас такими. Неважно, как вы сильны, в конце концов, оно вас сломает. Оно проникает в ваш разум. Вашу душу, и вы никак не можете это остановить. Вы беспрекословно подчиняетесь его воле, и уже не в состоянии обуздать желание обижать других и заставлять их страдать так же, как когда-то страдали вы. Я чувствую это. Мой разум вновь покидает меня. Прошу. Прекрати мои страдания, прежде чем я причиню боль еще кому-то. Молю тебя, помоги мне. И ты должна остановить его. Прошу, покончи с этим кошмаром. И освободи нас всех. Сюда! Что ты нашел? Твою ж, это место больше, чем мы думали. Кто-то явно не хотел, чтобы это место было обнаружено. Так что это, черт возьми, за место такое? Это ты нам скажи. Ведь ты нас сюда привел. Черт, что за запах? Ё-моё, я даже чувствую через фильтр своей маски. Это было плохой идеей. Нам не следовало сюда приходить. Но хватит трепаться. Давайте сделаем то, ради чего пришли, и свалим отсюда. Постойте, но нам даже неизвестно, что там. Есть только один способ узнать. Да пофиг. А это еще что такое? Мамочка не любит гостей. Спасибо за просмотр нашего видео. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал.